Последний день, решающая схватка. Мы идем в Delegation Bubbles, покажем вам, что там происходит. Все готовятся к выходу в бэкстейдж, буквально через 20 минут. Так, топ-3. Ай, топ-3. Финляндия, Израиль и... Ну ладно, будет Швеция. Топ-3. О май гад. О, give me a few seconds. Finland, Croatia, of course. And it's Moldavia also. I like it. Thank Moldavia. You very much. Hey. Паша, сложный день. Но я вот верю, что все будет хорошо. Готов? Я готов. Сегодня настрой очень боевой у меня, у моей команды. Вот. Ну, многое что зависит от наших людей за границей, кто должны, в принципе, за нас голосовать. Так что я, кто смотрит это дорогие видео... Дорогие наши соотечественники, не забывайте голосовать сегодня. 18-й номер. 18-й я номер. Считаю, что это хороший номер, кстати, для выступления. Отличный номер. И разрешено отправлять до 20 голосов за одного конкурента. Если вдруг у вас возникнет такое желание, будем только-только. Но, кстати, рады. Я уточню, что голосовать можно только один раз. Если вы проголосуете один голос, вы не можете проголосовать еще 19. Так что голосуйте сразу 20, не пожалейте этих 20 евро. Это не те деньги, за которые можно переживать. Зато для Молдовы это будет, я думаю, что большое достижение. Однозначно. Паша, давайте удачи. Вместе продвинем нашу страну.
Я не знаю, как это ты все выдержал, я вспоминаю все эти годы, это вообще катастрофа. Это правда. Это и все... в любом случае, я считаю, что любой человек, который вышел в финал от Молдовы, это герой Молдовы. Поэтому, не знаю, лично я поздравляю тебя. И это не пройдет зря. Это большой опыт, большая школа и... Ну и не самое худшее место. Ребята, на самом деле в онлайне все хорошо, мы нас высоко оценили, и просмотры хорошо, комментарии хорошо. Русский язык мы продвинули очень хорошо. И Молдову, а не только румынский язык. Нашу страну представили очень хорошо. Спасибо всем, кто поддерживал, кто голосовал. Спасибо огромное. Отгремело, отшумело, отвеселилось Евровидение 2023. Великолепное зрелище, на мой взгляд. Потрясающе. Одно из лучших, если не лучшее, Евровидение на моей 20-летней памяти. Такого ажиотажа, такого я бы еще не видел. Раскуплен весь, все, что только можно, любые сувениры. Финны поддерживали так, да, что весь. Просто это какое-то вообще безумие. Зал поддерживал финнов. Зал поддерживал финнов, все кричали «ча-ча-ча», когда объявляли результаты. Это была катастрофа. Это было уникально совершенно, когда вот такое единодушие зрительское. По итогам, с одной стороны, все предсказуемо, как и говорили, да. Ожидалось, Ларин. С другой стороны, интрига сохранялась до последнего. На первом месте Ларин, на втором месте финны. В общем, справедливо, я считаю, справедливо. Другое дело, что я, как, например, высоколобый сноб, конечно, не хотел победы Ларин, потому что, с моей точки зрения, она ничего нового на конкурс не привнесла. Было бы справедливее, веселее, если бы победили финны. Но я понимаю прекрасно жюри, которое не проголосовало за них должным образом. Но надо отдать должное телезрителям. По телезрительскому голосованию финны первые, так же, как и Сергей Лазарев в 2016 году, получил место, но пролетел фанерой над Евровидением, и мы на следующий год поедем, скорее всего, я думаю, в Гетеборг. Ну, ты говорил о том, что Гетеборг давно хочет провести Евровидение, никак не может добиться этого. Получается, Гетеборг ждет нас. Ну, если только такие внутренние шведские интриги не случатся, и мы опять поедем куда-нибудь не в Гетеборг, а в Стокгольм. Ну, ребята, вот такое веселое было Евровидение. Я надеюсь, что то, что мы делали, было вам интересно. Спасибо большое вам, Артур Юрьевич. И вам спасибо. Мы за такое прекрасное времяпровождение. Да. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Но всем пока. До новых встреч. Чао.